Компания «Норильский никель» заявила о готовности начать разработку масловского месторождения. Это первое крупное платино-медно-никелевое месторождение, открытое в России в последние 20 лет. Его запасов при современном уровне добычи хватит не менее чем на 25 лет. Однако эта оценка приблизительная. По большому счету, полностью разведка еще не завершена. О желании побороться за масловское ранее заявляла русская платина, которая уже имеет лицензию на черногорское месторождение, расположенное неподалеку. Такой шанс у компании появится, если масловское будет выставлено на аукцион. Однако Норникель рассчитывает получить месторождение на правах первооткрывателя. Именно его специалисты ведут доразведку месторождения с 2006 года. Подробнее об этом расскажут мои коллеги завтра, во вторник вечернем выпуске новостей.